России было верогонение. Понимаешь, народ утекал от верогонения, куда попало. И вот многие прибыли сюда, к Дунаю. Утекали много сюда, в Добрыжу. У нас в Румынии очень много старообрядцев. Особенно там, где воды. Вот. А потом поселились на грядах. Садили просо, сеяли, бо пшеницы не было. На просе жили. А потом прибегли турки набегами, когда воевали. И эти хуторки их не прозагнали. И были убийства, и детей, и все уничтожали. А тут в десантном было сотня казаков стояло. Взяли рыбаки, сели на лошади и поехали им пожаловаться, что на той стороне турки. Понимаешь? На другой день приехали турки и переправлялись через Дунай на ту сторону, чтобы разогнать турку. Где это были хуторки, русские поселились от верогонения. И они их там как погоняли, и больше турок не стало известно. И так там образовались селы. Приехал инженер и собрал их, которые участвовали в русско-турецкой войне на перевозе армии через Дунай. Это возле Исакчи есть порт, по румынскому боку Исакчи. И говорит, что желаете? Землю или что? Хотите, дадим большие наделы вам земли? Вилковские эти рыбаки отказались. Нам, говорит, земля не надо. Ну, не надо, не надо. А что вам надо? Мы хотим воды. Понимаешь? Ну, инженер спросил и выехал. И предложил это генерал, который командовал войсками, что вилковчане хотят, словно, чтобы им воды дали. Вот. Поехал тот генерал, где он был, Чумаспечий, где... Наши два человека сели и поехали в Ленинград, как тогда Петроград назывался. И там сидели почти год. Ждали, пока съедется Государственная Дума. 12 душ, которые за целый год, словно совет их есть. Ну, побыли они там, и царь-батюшка подписал вилку у воды. Так за это забрали 5% только для города. А 95% брали рыбаки, потому что воды дарены. А когда сюда дедушка пришел, то вилку был мал. Совсем. И тут, где сейчас уже по 1,5–2 километра улицы, то тут не было никого, пустынки были. Здорово, отец. Добрый, здоровье. А теперь еще уже вилку разросся. Вот. И тогда было у нашей улицы, вот это вот были как ереки глубокие, вот это что, Тарбунарское восстание, она была сильно низкая. Фортуна подует, у колена воды было. Понимаешь, с моря. У нас церкви не было, ни одной. Была моленная, понимаешь? Потом, когда моленная была, моленные стали людей больше. Надо строить церковь. Вот это, что сейчас строим, это начали люди строить церковь. Когда построили эту церковь, нужно колокол лить. Колокол лить писали в Москву до богатых. Москва ответила, что сбирайте рубли серебряные. Нужно металл серебряный. И много людей жертвовали, словно этого, серебряные рубли. И посылали туда. И вот он там отлит, даже еще есть, в городе Казань лился.
повесть, яко Господь Иисус Христос, славу Богу Отцу. Yes, Lord.
тут рыбаки все жили и все держались веры за того, что на воде. День и ночь на воде, ветра застают. Ночь, негода, все. Когда перво-наперво, как очистится Дунай, а тогда избирается у моря забивать самого крючки. Понимаешь? Вот, когда все на каюки вложить, утречком погода, становимся, начал молимся. Понимаешь? Прощаемся друг с другом. Вот. И садимся, когда на лодку, перекрестились, весла дели и с Богом. Если только первую белугу поймали, то словно тогда что? Магарыч маленький, по стаканчику вина. Все это с Богом, перекрестимся, пьем по стакану вина, радуемся, что первый улов хороший там. Так и продолжается все. Надо ж кого-то спросить, все вышнего. И вот так было принято, чтоб это. Чтоб матком кто загнул, Боже упаси. Боже упаси. Если только какой сели кушать, там что-нибудь нарушил закон, сейчас его ложки по лбу. Чтоб он молчал. Он молчит, тогда как малый ребенок, словно, ага, хватил, говорит. Ты знаешь, что ты за обедом сидишь? Это так было принято во всех почти рыбаков, понимаешь? Вот. Покушали, садятся кушать, обязательно помолились Богу. Поднялись и все помолились Богу. Вот. Так, такое было постановление. Всех чисто. Во всех иконки, кресты были. На станах, где рыбаки находились. Если ты на лодку сел, у тебя креста на шее нема, то, товарищ, не садись. Обязательно у тебя должен крест быть, бо мы едем у моря далеко. Понимаешь? Так, чтоб знали, что мы, в случае чего, у нас крест, что мы крещеные. Бывает, погиб с крестом. Понял? Вот. А то бывает так, были случаи, что найдется, у ее креста нема, а он уже не знает, какие веры. Земли предают, если крест есть, значит, рыбак где-нибудь тет и выкопал ямку, закопал его и крестик поставил, что человек крещеный. Тогда, если только покойник умер и хочешь рыбу взять домой себе, как для покойника, тебе никакого препятствия никто не дает. Государство полностью тебе отдает. Поймал ты белугу 3-4-5 пудов и только скажи, что вот мне надо вот так на похороны. Сейчас тебе безо всякой поддержки дает право тебе агент. Бери, словно, или свадьбу сына женишь, то же самое, или провожание какое, или крестьбины. Всегда тебе дает безо всякой поддержки, понимаешь? Только пополам перережешь. Если ты пополам перережешь, значит, ты уже никому не продашь, а это специально ты для себя берешь. Вот, и все. На харчи хочешь брать? Спроси у агента, вот так на харчи возьмем. Перережь пополам, бери себе. Вот сейчас тут человек живет, умер. Месть его нельзя. Ложить на лодку, в гроб. И подвозят там, где можно слезть. Слазывают, а тут берут, несут в церковь. В церковь несут на кладбище, отслужат там службу, и тогда берут на кладбище. На кладбище, конечно, раньше батюшка ходил, а теперь ходит, но редко когда. А то больше земли придает в церкви. А по-старинному несли хируги на кладбище, и батюшка обязательно должен идти и всю дорогу пели. Штуки 4-5 карлаша и он. Спаси, Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победы наши противные даруй, и своя, сохраняя Христом люди.
Слава Тысячному Духе ныне. Помяни, Боже наш, представься, раба Твоих, братьев и сестер наших, избави их от праведного греха. Благоухание Твоя благости, милости и человеколюбие в день судный сподоби. Твоя воздержава непрекладное царствие бесконечного, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веку. Смотрите? Да, обязательно. Мне нужно ехать. Ну, потому что мы не Да с вами зато обрящите милость под Бога, и сами вы так бессмертные. Зрите вы красоту своих умерших тел, где слава и богатство и веселье. Но из духом сплачу мир от чрева матери своя. Да с вами зато обрящите милость под Бога. Вот кладки там плохие, да? Домостат идем. Ну что, поедем опять на своего?
И вот теперь еще так. Если Бог даст, построим церковь, значит, это колокол снимаем и на литейный завод опять его перелить такой же самый. Можно немножко и больше, но хотим так, чтобы если ударил колокол, за 15 километров было слышно. Понял, как по старинке. И вот такое-то намечание. Некоторые говорят, что нам не надо, а мы говорим, что надо. Если не нам не надо не будет, то внукам нашим. Пусть это будет память оставаться, что мы сумели построить. И вот так продолжаем, словно, свою работу, чтобы построить. Венчать у церкви ведут, крестить у церкви ведут. Понимаешь? Хоронить у церкви несут, и она надо. На этом я заканчиваю разговор.